Рассказать компаниям из Сочи о новинках в IT-индустрии, предложить свои услуги, улучшить IT-технологии городских компаний. В форуме «Бизнес и информационные технологии» участвуют ведущие российские и мировые IT-компании. Теоретически вы можете сделать все это с ноутбука, но если у вас нет выхода в интернет, вы никогда не поймете, а что с кабелем, да, а подключен ли он куда-нибудь. Или если и в то же время его можно, как обычно, измерить. Да. Если он оборван, то на каком расстоянии? Да, то есть, да, это понятно. Очень полезная штука. Основная проблема, вокруг которой сегодня шли дискуссии – постоянно растущий объем информации и необходимость ее хранить. Как это сделать максимально доступно и безопасно, обсуждали сегодня лучшие специалисты отрасли. Задачей вот этого мероприятия, наверное, для нас, задача основная в этом мероприятии – непосредственно лично познакомиться с нашими партнерами, каким-то образом, скажем так, увеличить там уровень сервиса нашего, да, решить те проблемы, может быть, недопонимания, которые сейчас на данный момент есть, лицом к лицу. Вот, и все это, я думаю, выведет нас на новый уровень развития. Да. Так как все-таки город развивается очень активно, то мы видим здесь большой потенциал для себя. Форум «Бизнес и информационные технологии» – это в первую очередь обмен мнениями и уникальная возможность найти партнеров для реализации крупных проектов в сфере IT. Среди них строительство дата-центров или центров хранения и обработки данных. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, потенциальный рост данных проектов составляет больше 20 раз относительно предыдущих лет. Плюс это очень технологически сложные проекты. Здесь собираются лучшие эксперты отрасли, то есть традиционно партнерская часть мероприятия – это люди не просто с большим багажом знаний, но и с большим багажом практических знаний, что гораздо ценнее. И именно такая дискуссионная площадка позволяет максимально эффективно ими обмениваться. Форум впервые проходит в Сочи, хотя компания-организатор уже третий год проводит подобные мероприятия в крупных городах России, Казахстана, Украины и Белоруссии. В будущем году форум пройдет в Краснодаре, а вернуться в Сочи организаторы планируют в 2017. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.